такой спиннер? Fidget Hand Spinner – игрушка, которая буквально захватила мир. Весной 2017 года в интернете стало появляться множество роликов, которые люди делают обзоры на различные спиннеры, а также показывают трюки с этой игрушкой. Например, заставят спиннер вращаться на одном пальце или на носу. Кто-то находит вращающийся спиннер гипнотическим, кто-то раздражающим. Но так или иначе, устройство становится популярным во всем мире. Он успокаивает нервы. Вообще, его придумали для людей с какими-то психическими отклонениями. Их сложно было заставить что-то делать. И когда они как-то зацикливались на чем-то, на какой-то одной вещи, например, они смотрели, как спиннер крутится тоже. Я не знаю, почему он популярный. Но я его не покупаю, мне это не нужно. Да, потому что сейчас бесполезная трата времени. Ее создали для лентяев. Вот для успокоения. Вся напряженная работа, компьютер спиннер успокаивает. А вы сами имеете? Ну нет, я нормально все попал на ЕГЭ. Знаете вообще историю этого создания? Нет. Создателем фиджет спиннера считается инженер-химик Кэтрин Хеттингер, изобретательница с Флориды, США. Впервые она создала эту игрушку в 1993 году для своей дочери, которая страдала от миастении. Но специалисты разделились во мнениях. Некоторые поддерживают заявление создателя игрушки, а другие считают, что игрушка, наоборот, может лишь отвлекать людей. Популярность игрушки среди школьников привела к тому, что в 11 американских штатах в образовательных учреждениях ее и вовсе запретили. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.